приехала. Комбинезон, спецодежда скандинавских стран. Значит, рука фиксируется, ширина, вот, различная, две кнопки. Посмотрите, состояние новое, но есть поюзанность внешняя. То есть, соответственно... Так, значит, комбез на молнии. Расстегивается, фурнитура хорошая, качественная. Расстегивается как снизу, так и сверху от паховой зоны. Карманы на молнии. Карманы боковые, набедренные. Доступ к основной одежде, фейк-карманы, которые доступ к каштанишкам еще дают, кармашки. Вот на кнопках. Вот с обеих сторон. Значит, еще карман есть на штанине сбоку вспомогательный. Фиксация рукава на кнопках. Комбез ХБшка, потому что старшего плетения нити, ну, может, малое количество полиэстера, бирка просто обрезана. Состояние вот не поюзанное изнутри, состояние новое, но внешняя припыленность есть. Вот. Так, сзади два кармана. Вот. Пояс, резинка, что очень комфортно. Помним, что комбез выбираем больше размером, чтобы было комфортно, его можно порой надеть. А, еще вот штанина внизу тоже делается на уменьшение. Вот, посмотрите, ни штанины, ни заюзан. Замеры потом скину. Заюзан.